Это как? Цицилий Метел Пий Сципион? Назика, а он, кстати, точно Сципион, были же еще Сципионы, родственник Корнелию Сципиону Африканскому. Хм, это вот так. Квинт Цицилий Метел Пий Сципион Назика до 30 лет звался Публий Корнелий Сципион. Вот весь. Потому что он по прямой линии происходит от двоюродного брата, по мужской линии, от двоюродного брата Сципиона Африканского. А по матери просто по прямой линии от него происходит. А Квинтом Цицилием Метеллом Пием Сципионом Назикой он стал в 30 лет, когда его по завещанию усыновили. Он перешел с патриции в плебеи, в очень знатный плебейский род, который вел свое происхождение от Вулкана персонально. В общем, там нужно было, его с братом усыновили, и он стал из патрициев, он стал из Корнелиев, он стал Метеллом, Цицилием Метеллом. На самом деле он Корнелий, Публий Корнелий. Более того, его в источниках уже после усыновления постоянно зовут Публий по старой памяти.